14 июня в Москве на стадионе «Лужники» прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Самое яркое спортивное событие этого лета пройдет на 12 стадионах в 11 городах нашей страны. Так, во Всероссийском детском центре «Орленок» в честь главного спортивного турнира прошли тематические мероприятия «Футбольную атмосферу». И вместе с «Орлятами» погрузилась и наш корреспондент Анастасия Быч. Начали! Футбол больше, чем спорт. В него играют от мала до велика. В день открытия чемпионата мира в поддержку наших спортсменов в «Орленке» проходит товарищеский матч. На поле встречаются сборная вожатых центра и сборная детских лагерей. Давай, давай, доминируй, побеждай! Команды из 8 человек играют в 2 тайма по 15 минут. Контратаки, пенальти и прессинг. Все как в большом футболе. Благодаря выбранной тактике команда вожатых выводит в лидеры. Но сборная детских лагерей не сдается и борется до последних секунд матча. Ошибку проводил я в первом тайме. Я не подсказывал защитникам то, что за спинами есть игроки. А так, в основном мы играли без ошибок. Только класс вожатых помог им выиграть. Команда вожатых выигрывает со счетом 5-0. Зрители и игроки надеются, что такой исход матча будет и у сборной России, которая сегодня выйдет на поле впервые в рамках чемпионата мира 2018. Россия впервые принимает чемпионат мира по футболу. И сегодня на Звездную площадь пришли зрители, чтобы поддержать нашу сборную на матче открытия главного спортивного события 2018 года. Вперед, Россия! Вперед, Россия! После орлятского матча за онлайн-трансляцией чемпионата мира по футболу следят дети, вожатые, гости и сотрудники центра. В этот вечер болеют за сборную России, которая играет против команды Саудовской Аравии. В ходе игры наши футболисты радуют зрителей не одним забитым голом. Матч открытия приносит в копилку сборной первую победу. Команда России повторяет результат утреннего матча в Орленке 5-0. Да! Конечно, очень рада. Я желаю нашей команде, нашей стране большой-большой удачи, чтобы выложились на полную, на все 100% и, конечно, показали всю мощь и силу нашей большой великой страны. Оле, 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 оле! Россия! Желаю удачи, чтобы они не сдавались, всегда шли к своей цели. Это самое главное. А вот мы, как сможем, будем за них болеть. Вон я как. Я болею за Россию, потому что я живу в этой стране. Я горжусь своей страной. Это наша Россия! Россия – чистая победа! Уже 19 июня сборная России сыграет второй матч. С командой Египта футболисты поборются за выход из группы. Все футбольные игры чемпионата пройдут до 15 июля. Анастасия Быч, Алексей Кузьмин, Аркадий Коваленко, телеканал «Орленок ТВ».